Так, короче. Смотрим сетку. Что-то я хэппи не нашел. Хэппи не играет гоу в ОСК, кстати, надо спросить. Так, короче, ребят, сейчас я перемену. Хэппи нету в сетке на GoFOSK, вообще не знаю почему. Вот, не играет Хэппи GoFOSK. Причину я не знаю. Надеюсь, что отборочный будет играть. Ему все-таки как бы хорошо бы играть, потому что там ланы с оплаченным проездом, как бы при отсутствии команды идеальный вариант, в принципе. Ну, не знаю, может быть, Хэппи решил отдохнуть и не будет играть ничего там. ХЗ, короче, давайте смотреть. Короче, из наших есть Стрэндж. Давайте посмотрим пока. Есть время. Так, Рева, Стрэндж, Рева, Спеллсингер. Далее у нас что? Кариц в пару, тут Градимага вижу есть, Эпимарин, Изи, Вердос тоже есть, и Блай тоже есть. Короче, Мината тут тоже есть рядом с Блаем. Не знаю даже за кем следить сейчас, ну за кем-то надо бы последить, конечно. Ну, наши все в следующий тур передвинуты фактически, то есть и не за кем прыгнуть получается. К сожалению.
Короче, я думаю, что пора бы сыграть еще одну катку тогда просто-напросто. И все. Ну что, ПВП? Давайте ПВП сыграем. Так, надо вот таким билдом у Лына нужно базилка отстраивать бы, конечно, мне походу. Shadows. We are one.
думал, я настолько бомж, что даже в такой ситуации продавить не смогу. Нет, все-таки продавил. Так. Что у нас тут дальше-то? Мината бьется. Что за Соникс тогда? Настырный какой-то. Так, ну стой, Демага будет играть отборочные. Ребят, всем привет! Димага против TS Immortal Past играет. Это GoFOSK, как я понимаю. Будем следить за GoFOSK немножечко. Что-то темно вообще. Невероятно как-то. Есть сегодня самочувствие, раздражительное состояние какое-то, блин. Такое прям бесящее еще тут. Ничего не хочется. Так, у Мината Фир, кстати, такой тиранчик дальше интересный. Протс дальше интересный, по-моему, Протс был всегда. А вот Дима говорит, второй тур вижу, понял. Так, Гидра сверху идет, что у нас сверху? Нерч играет. Нерч в сетке с... А нет, его нет. Другую часть пойдет. Так, я пока сетку проверяю, пока вы смотрите. Ну, хэппич, к сожалению, не играет.
Против Димаги? Не уверен, что это русский. Нет, там не русский в сетке вообще стоял против Димаги. Это поляк. Польский флаг, польский проц. Ну, мешал немножечко Димаги пилоном. У Димы мув делается. 23-25 по рабам. Все пока нормально. Сеточку проверил. Хэпич все абсолютно логично говорит. Спросил, а почему глупое СК не играет? Потому что если я дойду до финала и начнутся отборочные. Например, Хэпич говорит, что отборочные 8 начинаются. Это значит, что реально, ну, возможно, пересечение между Гуфу и СК позже обычно кончается. Вот. Вот такие вот дела. Так что Хэпича мы увидим 8 часов на отборочных к Шанхай, к турниру СС Шанхай. Gold Series он называется там. Но это турнир из серии ВЦС, что самое главное. 50 тысяч призовой. Оп, приходит Димага, видит, проход открыт. Проход открыт, мы заходим. Раз, ворота открыты. Собаки говорят, зашли собаки. Тут прессуют очень сильно Димага минеральную линию. Нужно убежать вниз на вторую, конечно. Здесь ничего вообще нету. Зато есть пробок много, которых можно скушать, покушать, замещать. Здесь оракул прилетел, оракул Димага отогнал. Короче, это ГГ почти что стопроцентная уже для просто. Потому что это очень печальное начало, я вам скажу. Адептов теряет, вообще ничего ими не сделал. Рабочий клинги прессует очень не слабо на самом деле. Еще пару пробок погибло. Два новых адепта выходят. Потери в итоге вы видите какие. Ну там, правда, что-то там оракул пожег еще, что ли. Или кто-то что-то пожег. А, еще линги затекают на мейн, обратите внимание. Ныкаются два еще рядом есть. Здесь адепт. А, не, зелок медленный вар. Кстати, можно лингами двумя сгрызть бы было этого зелка. Вообще изи. Димага пытается так сделать. Адепт принимает с двух сторон. Здесь зелок все-таки телепортнулся, но сразу под удар попадает. И Димага решил подпрессовать здесь. Адептик, ну под оверчажем, да, опасно, конечно, с ними так биться, нужно лингов вниз увести, он пробки здесь бесхозные, что называется. Пробок подгрызает Дим, так, адептик, сагрился на адепту, зря сагрился. Ну, новые линги прибегают, 32-45 по рабам, нужно окружить адептов, адептов окружать, ГГ. Изи какое-то просто, вот. Какое-то изи просто. Ребята, молодец, Дима, это уже более на внятную игру похоже-то какую-то. Будем отслеживать сеточку, сетулечку, роднулечку. Нет, не роднулечку, Гоф ВСК. Неофициально я стримлю, поэтому я здесь пиратский абордажник. Револьвер с прохладным дыханием играет. Или прохладным бризом, я не знаю. Нет, это не дыхание, походу, да. Прохладой повеяло, короче, на Ревчика. Сейчас посмотрим, как там Павел Белов у нас поживает. А где вообще Ревчик-то? Я что-то не вижу. Стрэндж здесь. ВСП мацкий. Глай там репки какие-то смотрит.
Так, ну что, увидите, я думаю. А, да, все, захват правильный ставит. Муй Рейнер, молодой итальянский перспективный игрок. Возможно, Димагу попадется, если он ЕСГТОМа выиграет, правда. Не знаю, кто такой ЕСГТОМ, наверняка там Рейнер фаворит. У Блая как не было оппонента, так и нет. За Верди смотреть пока не получится, потому что у него оппонента нету. На данный момент, я надеюсь, Репчик еще не вылетел, потому что что-то его нету онлайн. Может, он удалился из друзей, у меня не знаю. Запись вчерашней трансляции уже на главной. Скидываю вам в чатик, подписывайтесь на группу ВКонтакте, трансляция там уже выложена давным-давно. Вот, там вы уж точно ее не пропустите, потому что на Good Game можно не заметить. Короче, не знаю, что у меня нету рева. Почему-то. Может, он проиграл уже. А, вот, вот он, рева. Блин, какой, не знаю, как, блин, вообще скрытый, короче, ревчик прям такой. Твич переименовать. Да, надо Твич переименовать. Секунду, погоди. Была и в лобби в каком-то там. Игра не знаком с его творчеством. Вот. Честно говоря. Ну, мне кажется, что-то он там прискуливал помаленечку, прискуливал как по делу. По делу или нет, не знаю. Вот. Но англичане они такие, знаешь, как бы. Лорда, черт повери. Псы, блин. Ладно, шутю. Так, на Яндекс 500 приходит. Пуми, продолжай делать стримы, не смог найти реквизит перевода на Сбербанк. Спасибо большое за поддержку. Вот, Twitch переименовал. Пишите никнейм, что я вас в список мог добавлять. Если не, если желаешь, напиши в чатик, пожалуйста, я тебе добавлю списончик сегодняшних респектонов поддержавших. Вот. Короче, Сбера нету просто сейчас. Я закрывал карту, но понял, что Тинькофф карта не очень. В плане, ну, для стриминга, как бы, и для поддерживающих. Поэтому я Сбер восстановлю, как только, так сразу. Но пока мне смс-ок не пришло, блин, 40 рабочих дней. Уже, кстати, 2 месяца прошло. Я еще до Нового года закрывал. Вот. Такая хрень. Так что спасибо большое за поддержку, ребят. Очень приятно. Еще раз вам говорю. Из ГМЛ вылететь из-за длинного языка еще бы не скрыть смысл. А как из-за ГМЛ вообще из-за языка можно вылететь? Я чуть не понял. Вот. Не знаю, о чем, как это вообще можно из ГМЛ вылететь, кроме как туда не попав, например. Стрэндж первый, Стрэндж не первый в посеве.
Просто он посеян, как другие игроки просто-напросто сверху. Ну, вообще, Стрэндж один из таких регулярных. Он очень постоянно до полуфиналов доходит. Финалов там и выигрывал был в ЦСКА, он уже не раз. Спасибо, ребят, всем за пожелание удачного стрима. Стрим будет крутой сегодня точно. Сегодня хэппич будет биться. Сегодня все наши будут на отборочных биться. Пока ФП посмотреть. Сейчас я чаек долью. Все, я стабилизировался после своего донной игры на Ладаре, блин. Прям меня выморозило. Вот. Не идет сегодня и все. Ну а как пойдет нетренерская? Вот, рекламы не видел давно. Рекламы, ну, очень мало в последнее время. Я вообще не знаю, кому она идет. Ну, вот, 3000 РЭ в этом месяце с рекламы. Просто пока что заработано. Это по сравнению с тем, как раньше было. Ну, особенно в зимний месяц. В 10 раз, наверное, меньше, как бы. Вот. Так, секунду, мама пришла. Все, ребят, здесь. Ну что, бегут линги от Блая, типичные линги, типичный Блай. Нужно окружать адепта. Оп, и Блай окружает, не пытается он уйти, даже что-то там водит его просто туда-сюда. И Линги успевает до пилончика заказа, но го. Только не надо так с пилоном драться, если бы сразу Блай окружил пилон, может быть, смог демеджа нанести, но он так и так нанесет. Канадский командор на МКС поет. Канадский командор на космосе звучит как... как летчик из племени какого-нибудь в Африке. Вот. Ну что, закрылся здесь Протс наглухо, пилон придется убивать. Это уже дэмэдж на 100 ресурсов Протсу. Еще побегал Блай, что убил пробку и адепта. Ну, что могу говорить, адепт 125, пробка 50, 175, 1275 на сколько, на 2. Ну, линги, в принципе, нормально, короче. Почему Тиньков не очень Страборес? Тиньков очень неплох, просто если там деньги хранить, например, как бы, потому что там не надо платить за банки мобильные и за все что угодно. Там наоборот процент в месяц капает, как его, да, там, ну не знаю. Короче, небольшой, но в любом случае в плюс уходит, что это положительный момент, вместо того, чтобы как в Сбере снималось, да, там, в Сбере, потому что 750 год обслуживания плюс 720 мобильный банк, насколько я понимаю, то есть просто 1,5 как бы в год. Вот. Но там нету просто-напросто смс-ок, точнее смс-ок, а смс приходит о выполнении, там нету сообщений, нельзя писать как бы для стрима, это вообще провал. Люди хотят написать вот, что-нибудь. Плюс у всех Сбербанк в основном. И это значит, что беспроцентно как бы со Сбера на Сбер получается. А тут проценты. Ну, короче, во всех отношениях не очень. Для меня получается так. Просто, ну, нужно было на практике понять это все дело. Прогореть, короче говоря, с этим моментом. Так, прибегает Блай, очень агрессивен. Лингами подгрызает. Дрейнар, кстати, такой, ну, частенько я увижу, я не скажу, что прям сильный игрок, но неплохой. Ну, я думаю, Блай не ровню в любом случае. Перитолог, у тебя иногда либерал головного мозга просыпается. Я не знаю, как ты связываешь эти два
момента. Конечно, косвенно их можно связать каким-то образом, но я на 100% уверен, что именно этот момент отношения как раз не имеет плане. Рекламируют, что машины, всякую хрень такую, как бы, и т.д., и т.д., и т.д. Илон, я посчитал сам. Так, и говорил об этом. Ну что, Влай тут стоит забегать, третий Nexus как не было, нет, заказывается третий. Ну, по лимиту проц проседает, но в принципе, то есть ему... Можно спокойно сейчас ставить Nexus, как бы, и у него еще более-менее ситуация. То есть фениксами харасить, летать, у Блая гидра, Блая четвертую собирать, закатить, надо камни пробить, ну вот гидра стоит. Блин, ДПС у него гигантский, иди ты камни хоть выбей, четвертый, так сказать. Не, Блай пошел вперед. Неужели камни не выбьет? Ну вот, когда ставят базу вот такую, не убивают камни, я просто не понимаю иногда чуть, что происходит. Ну, неужели не выбить, а потом вперед пойти? Тем более вперед-то Блай не идет, он читал, он фениксов типа ловит. Ну, посмотрим, что из этих фениксов выйдет. Ну что, Блай на гидре решил пропушить. Ошибочная пуш от Блая. Здесь изи просто отобьется с уверчажами. Еще и гидры натерял. Так, секундочку. Так, ребят, прощения, тут большой инцидент с подогревом еды зашкварчало. Связываю, ну потому что, ну, не шаришь, поэтому легко и связываешь. Тебе только покричать что-нибудь, как бы, на толку нет никакого. В Москве любят так, как бы, поорать, хотя, казалось бы, что орать-то? Побежали гидралиски, роущи и... 5 люров еще, короче говоря, есть здесь у Блая. Не знаю, будет ли он ломиться, здесь уже дестабилизатор. Кстати, просто в итоге барабам, даже чуть больше. По лимиту, по боевому поменьше, но это ничего не значит, пока инфесторы пошли. Блин, ну к инфесторам надо реводжеров или даже в ультру, да, уже Блай выходить, что он и делает, собственно говоря. В ультру выходит, пятая хата готова, но чуть добычи никакой-то нету. Что в твою через третью на четвертую не зашли камни. Или что через четвертую на третью, как бы тоже как вариант, сразу, то есть. Или вообще, типа, база не моя, как бы, поэтому и камни целы. Так, идет просто вперед, дестабилизаторы стреляют, Блай уводит люра прямо от патрона, прямо в прямом эфире, что называю. Вот этот контроль я понимаю. Летят патроны, видишь, куда увел назад и все.
Ё-моё, как вообще дает здесь джазу вообще? Вы видели, сколько сейчас взорвал дестабилизатор? Пошли еще дестабилизатор, вышел. Вот ультралис кочь вовремя выходит. Микус от Блая падает. На Люру пошел. Так, на Люру пошли зелки. Зелки-то отдаются, а дальше-то сможет Блай выдержать. Ну, по лимиту близко, но весь лимит Блая. Вот весь лимит Блая это вот эти 5 ультралов, которые должны сейчас выйти. Пройдись контрзабегание неплохое у Блая получается. Но оно сильно. Ой, себя! В мувик просто. Себя взорвал сейчас просто очень жестко. Такие мувики фейлов. Тут, конечно, не пол армии взорвал. Так, кстати, забегание в итоге кончилось не... не как я говорил, а Блай вообще все здесь развалил своим забеганием. Красавчик, короче, Блай. Призма полетела с 4 зелками куда-то, но это бесполезно. Врыв. Нужно трансюзить королев. Трансюзит Блай. Призму можно было бы избить на самом деле. Пытается ее сбить. Трансюз еще один не кинул. Но призму собьет. Это главное. Здесь он и ультралески. Здесь все, что нужно, есть. Линги здесь дожимает понемножечку. Нексус пытается Блай сгрызть. Так, дестабилизатор есть. Пару лингов можно на него выделить, да, что Блай делает. Убивая дестабилизатора. Просто даже среагировал было. Стрельнул по лингам. Ну, 68 на 146 по лимиту, совсем печаль. Ты-то как раз шаришь. Не надо меня расстраивать. Это нужно не на стриме обсуждать, тем более я сам этот такую задал, вообще-то, политику здесь, на стриме, что хрень, это все дело не обсуждается. Вот. Ну да ладно. Тем более людей много разных здесь присутствует. Так, так никто мне и не написал, не отписал, кто Питифон 500 кинул на Яндекс. Спасибо большое еще раз. Вот. Не могу добавить. Поддерживающие. Поэтому я пока. Пишите никнейм, ребята. Прикольный смайл, это, конечно, кран с крабом. Нравится мне. Стрэндж против Мастер Бонсай будет. Рева против Арта. Да. Кстати, у Арта может пригореть, потому что он поляк, и я помню, у него как-то горело давно еще на ладере. Начал Рева. После игры, говорит, можешь линк дать мне. Так. Почему нет? Ну, после игры, потому что во время игры он может смотреть. Нерч уже в четвертом туре против Даны поляка. Ну, хорошо, что... Ну, кстати, Нерч тут тоже рядом, блин.
кстати, Энерджи, походу, далеко пройдет, потом рестримить, значит, придется. Опа, Блай против Фиера. Дайте-ка я Блая напишу, там очень такой жесткая битва у Блая. Так, выйду я Кая отсюда. Будет печально. Так. Кресло неплохо, привык смотреть уже. О, привык сидеть, все нормально. Попросил Fear Delay, дал ему дилей. Молодец, адекватный чел. Не стал пригорать лишний раз. Короче, давайте смотреть. Привет всем, ребят, вижу, люди помешку собираются, сегодня это не последний турнир, будет кое-что стримить будем, вообще основная цель это 20.00, отборочные европейские на Gold Series, то есть ВЦС Шанхай, ну не ВЦС, Pursuit Шанхай там называется, как-то так, Pursuit, вот. Ну, суть не в этом. Короче, на турнир в Шанхае, где 50 тысяч долларов будет призовой, где 2 оплаченных квоты на отборочных, 2 в Европе. Вот. И где будет там и хэппич играть, и т.д. и т.д. Так, сейчас лэпку нету, когда крутить уже один раз как-то крутил, показывал. Кухня тут вокруг. Блая хата. 17-я гаспул. Газ ранний, то есть мух будет ранний. Ну, на этой карте популярны билды агрессивные, там, с такими передропами, например. Кстати, сейчас не убрали, например, вертикальные ЖРСП, они, например, сохраняются на этой карте до сих пор, чтобы близко было. Второй газфир начинает добывать. Ну что, Нексус ставится. 2 гейта Нексус получается, что ли у нас билд? Кибернетка 2 гейта Нексус. Интересный какой-то билд у Фира. Надо будет посмотреть, мне кажется. Такой билд может решать. Кого запулили, не понял. Кого-то запулили. Оп. Адепты встречают лингов. У лингов очень большие проблемы. Минус 4 линга сейчас будет у Блая. Эти тоже сзади насядут на линга. Или не насядут? Не насядут.
Решил Фьер, что надо вперед отдать. Ну, нужно выбрать, либо Линга убивать, либо про дронов идти принимать, пытаться. Фьер решил, что надо дронов идти. Ну, потерял драгоценных несколько секунд сейчас. И сейчас уже у Лингов мув будет готов через 7 секунд. И это значит, что может быть больно адептом. Блай что-то вот, ну куда вот Блай Лингов сливает? Ну зачем лезть-то на них? Видно, что он оттелепортнется сейчас, забоится. Взял, слил несколько Лингов лишних. Так, и тут еще передроперская тема пошла. Ну, передроперская тема опасна сейчас очень. И лов пайл перед нога, нормально. Ну, еще пока до нормального вообще состояния далеко. Надо разрабатывать, начинать уже более активно. Его тренажер, все никак пока. Адепт падает. Ну, тут Блай, кстати, неплохо ворвался. Пилонов нет ни на второй базе у Пира. Вот в чем проблема очень большая. И уже пробок погибло реально немало. И здесь овер начинает перевозку, обратите внимание. Спасибо, Сергей. Сергей 3. Вот вещей хотелось тут скинуть. Да не успел немножко. Забегает Блай уже на мейнлингами. Падают пробки, адепт тоже падает. Ну их 3 штуки, правда. Энергии на оверчаш нет, но Мазеркур хоть демеджем поможет здесь немножечко. Уходят линги сюда. Врываются на мейн. 18 еще в продакшне. Здесь блинк Сдеброс делает. Ну, блинк это интересно, с такой экономикой. Хотя экономика-то почти равная сейчас получается. Здесь у нас добавляется все. Ринги строятся, технологий вообще нет никаких просто. То есть, если Блай сейчас демеджа больше не нанесет, просто еще ожить может. Хотя, в принципе, до заказа рабочих от Блая быстрые будут. Но, блин, вот пилона здесь нету в минеральной линии, вот что плохо. Для протоса. Но если... Так, здесь у нас что? Здесь у нас гейт. Если Блай... Сейчас еще демедж не нанесет, можно пропушить еще будет на блинке-то, в принципе. Правда, почему-то Фир упорно стенку здесь делать не хочет. В итоге линги все новые и новые дотекают. Адептов, конечно, реально много, но была этих реально много адептов еще и подпрессовал еще раз очередной. Если адепт полудохлый, но не может добить его Блай никак, все. Линги все новые и новые бегут. Тут Блай как-то странно сейчас действует. Он вроде как бы... И не до конца не улынет лингами, и в итоге отпустил протоса и не дожал их, и хз, что-то как-то очень непонятно. Так, линги еще раз рываются. Надо окружать адепт. Мазеркур улетел здесь. Короче говоря, пока Мазеркур улетел, адепты все упали без уверчажа. А так бы мог бы помочь уверчажам неплохо. Так, врезается Блай, на мейн надо сваливать. Сваливает на мейн. Пилончик будет убивать. Да, убивает пилончик здесь и сейчас. Адепты прям в лингов можно было окружить их. ГГ пишет Пьер. Ну, Блай в своем репертуаре, в сверхагрессивном, без технологий фактически каких-то... блин, не всегда теперь получаться будет выигрывать с тех процессов вот такой вот темы. Потому что уже многие готовы к этому и... ну, хз, короче, не знаю. Мне кажется, что Блай перебарщивает. Так, Димаги по РГМ. С кем там Димага бьется? С кем там Димага бьется, посмотрим. Пока ни с кем, смотрю, Димаг не бьется. Давайте сеточку глянем. А, у Блая Ботвини, кстати, оппонент появляется. Давайте-ка я выйду от Димаги пока. Ревчик в лобби. А Ревчик-то с кем там бьется? А, Димага с Тифелем уже будет биться. Дальше Снуд, кстати говоря. Ну, интересно, у Димаги тут оппоненты. Хорошая стадия уж такая. Репчик с артом. Стрэндж там ждет оппонента. А Нерч где, кстати? А Нерч Дана, они еще не побились. Так, так, так. Кокос. Вердоса, кстати, накрыл. Молодец, Кокос. Короче, к Блаю здесь матчап хороший. И стадия хорошая, я так думаю.
Ревчик, наверное, сам стримит, можете посмотреть. City Blight тоже стримит, между прочим. А, да, Ревчик стримит, да. Чем в СНГ мало кто тащит, то тебе сказал. В СНГ уже сейчас вполне много кто тащит. Ну, смотря что называть тащением, как бы. Блайк Хэпич вполне тащит в последнее время. Нужно стабилизировать, уже больше игроков, которые тащить будут вообще хорошо, тогда будет четко. Сетку на отборочные в Китай. Где эта сетка? Скинь мне эту сетку. Кстати, там уже сетка появилась, что ли? Да ну там сетки, нет, какая сетка-то? Если есть какая-то сетка на отборочную Китай, скиньте, ну как бы там чек-ин еще будет вечером проходить. Поэтому она явно не окончательная, если есть сейчас даже какая-то сетка. Ну что, Рева начал вроде играть. Я к Блаю присоединяюсь. Так, ну что, ждем Блайч. Тут Ботвинник пока молчит, сидит, не знаю, готовится он там или что он делает. Ну, это Зерк против Тирана. Тирана уже тяжелее так задропать будет Блаю. Ждем, пока что-нибудь начнется. Секундочку, сейчас вернусь.
Так, все, возвращаю себя, ребят, в игру. Лирилак. Карта у нас. Блай против Ботвинника. Ставочек нету. Стадия слишком ранняя. Она более поздняя. Там, не знаю, четверть финалов, кабу 3, может быть, они появляться будут, не знаю. На кейбасик не знаю, навряд ли, может быть, там полуфинал и финал. На других, может, каких-нибудь ресурсов, да. Так, все, возвращаюсь в игру. Ботвинник без разведки играть вообще без. Вообще абсолютно без разведки. Ну, Блайт оверами разведывает он зерк. Причем стандартно. Шесть лингов у Блайчика. Мув заказан. Газ, кстати, продолжает собирать. Это линги выход. Лейер Спайр или Лейер Нидус, может быть, что-то такое. Может, вообще Роуч Ворон Реваджеры под пуш дальше там. Не знаю. Ну, пока Роуч Ворон не добавляется, значит, все окей. Здесь ближние Блай добывают. Абсолютно верно действуют. Ну, и 6 лингов бежит вперед. Ну тут 6 лингов эти от Блая, 6-8, они уже приелись, реально. Вот, нет, не бо 3. 48, только здесь бо 3 начинается. Так, КСМ-ку не сбил сразу. Побежал на рампу, думал, успеет пробежать, но это было слишком наивно со стороны Блая. Так, меняет лингов. Нужно здесь стать, чтобы Марик не доставал, и если барак взлетит, сразу подбежать, например, лингами. Рипер возвращается, еще и Рипер ведь есть. Вернулся Рипер, и всем начинает здесь объяснять, что все неправы. Линги. Блай приныкал лингов своих сейчас. Кстати, хорошо приныкал. Можно мульчиков отгрызть. Например, мув готов вот сейчас ворваться. И вот новейший мув, смотрите. Новейший мув. Вот тебе и новейший мув. Блай сгрыз новейшего мува. Красавчик Блай. Минус 180 мира, а по-моему 180 лот ему приносит. Ну тебе и линги сразу окупились. Один такой ход. Вроде как прогорел срывом, а тут хоп и на тебе. Вроде и не прогорел. Газы не добавляются на... Ну что-то поздние газы у Блэкет невероятные. И в итоге спайр хз. Так, Тигран, ты такие новости скидывай лучше. Я почитаю сам. Пока не слежу там. Ну, уже жду, когда новенькие будут. Куда-нибудь поехать. Может быть, летать день будет. Спайр спорка здесь ставится. Кстати, от врыва Либератора спорка. Вот так, чтобы тяжелее. Ну, на пофиг может пролететь, например, через эту спорку. Здесь 4 гелика. Понимает тиран, что... Нет, тиран вообще ни хрена не понимает. А почему тиран не понимает, что ему нужна инженерка сейчас? Ведь ну, без турета как он мутку-то собирается отгонять? Линги, кстати говоря, пошли в забегание. Гелики стоят, тупят сейчас. И линги очень замечательно могут оббежать, между прочим. Но по каким-то сейчас... Не знаю, по какой причине возвращается Ботвинник назад. Можно было на муве попытаться геликов словить, кстати говоря. Здесь банша залетает. Инвиза у банши нет. И это ошибка явная со стороны... Ботвинника, то, что он инвиз не делает. Здесь спорка мешается и королеве немножечко. Банша минус. 7 муталисков уже заказано. Ну, это хорошо, что 7 муталисков уже заказано. Надо дронов восстанавливать.
Завтра с утра корейцев. Насчет корейцев ХЗ, я завтра хочу системник свести, продуть и вообще отдохнуть. Насчет про лиги. Ну, про лигу, наверное, постримлю. Просто, блин, там завтра до 5 все работает, как бы, и тяжко, в общем-то, будет врываться туда. Посмотрим. Еще не знаю, может, завтра вечером тоже важное что-нибудь можно постримить, интересно. Ну, вроде как нет ничего важного. Интересно, прибегает Лингер. Туреточка вообще ничего не прикрыл. Ой, как надо. Ё-моё, что тут было творить-то просто? Ну, Лингами криво сейчас врываются в геликов. Мариков нужно разбирать. Мариков разбирает. Геликов тут... Нет, Мариков всех не разбирать. Ну, геликов всех точно разбирать. Либератор вылетает. С Либератором нужно поговорить немножечко. Да дожми ты ее, да, дожимает для Либератора. Муталисками не надо драться. С Мариками сейчас, ну, 35 на 81. Просто такой прессинг со стороны Блая обернулся для Тирана катастрофой. 1300 на 3К потери просто. 2 муталиска, 28 лингов на вот эту вот всю хреноту. Ну, 4 рабочих банша убило, то есть это можно не считать. Так, мутка прилетела, много мутки. Прессуют здесь депошки Блая. Линги чуть новые забегают. Тут надо свичнуть мутку немножко, да, красную назад отвести, что Блая пытается сделать. Ну, депошки здесь на линии застройки минус будут сейчас абсолютно точно. Так, Марик чуть поломились. Есть Стим, надо на туретку лезть? Не, на туретку лезть не надо, я так думаю. Блаю. Ну, в стек побольше, блин. Вот, смотрю зерков сейчас, ну, Либератор же летает. Ну, чуть... И больше стек собирать. Нахрен против Либератора стек-то собирать. Против Мариков, да, но под Либератором-то и против Мариков не надо. Там за залп такие демеджи будет выдавать. Вот это углая уже начинается какой-то. Приступ давления, блин. В итоге сливается все. Туреткой. Муталиска минусует. Уже 3 юнита, кстати, убито. А так туретка по воздуху стреляет, выбора особо нету. Она, значит, 3 муталисков убила. Очень эффективная туретка получилась. Потому что оверов я не замечал, чтобы здесь летало особо. Здесь роучи линги уже врываются к ботвиннику. Третью Блай даже не раскачал пока ни хрена. Макрохат. ГГ ботвинник пишет. Что-то была изи как-то всех проврывает. Обновляю сетку еще раз, смотрю, что происходит. Параноид со Стрэнджем будет биться. Параноид, он хоть у него такой никнейм, но он нормальный чел из первого Старкрафта. Но Стрэндж уже с ним походу бьется, ворваться не получится. Рева бьется с Артом, Спелсингер с Гуру тоже бьется, как я понимаю. Нерч против Гидры. Кстати, если Гидра сейчас Нерча выбьет, вообще замечательно будет. Нахрен не будет в игру легче попадать дальше. Вот, Блай дальше проходит, Томикус против Кокоса бьется, возможно, Блай с Кокоса Томикусом будет. Невозможно, он с кем-то из них точно будет биться, возможно, с Кокосом будет, с нашим биться, с которым сам на ладре я попадался. Или, погодите, я не с Кокосом попадался, нет, с Кокосом. Блай ботвиннику отшибет вообще желание играть сегодня. Отшиб уже. На сну-то Блай выходит. Тут, кстати, полуфиналы уже не за горами. Я вам так скажу. Кстати, если так все быстро будет идти, можно будет и до 8, в принципе, закончить. Зря хэппи переживал. Ну, хотя у хэппи стиль такой, что некоторые игры долгие могут быть, поэтому, может, и не зря переживал.
Тигра, да, все знаю я. Ну вот вчера то, что скинул чел. Сейчас я скину. Я вот не понимаю, может, это специально Дезу такую кинули или как? Оп, прошу прощения. Пока ничего не происходит. Ну, нет, с гидрой дальше всего попали сейчас. Привет, Ховард. Да нормально, сюда ближе к народу. Ну, хз, это вам видней. Короче. Сейчас я отойду быстренько. Что-то чай попер, как обычно. Вот, и сейчас вернусь, будем куда-нибудь уже врываться. Я думаю, что сейчас что-нибудь появится. Все, вернулся, ребят. Блая продвинули, ну пока никакой больше инфы нету. Будет что-то, ну о, Рева Арта выиграл, смотрю. Ну, видимо, там Изич был какой-то. Возможно, будет биться со Спелсингером, либо с Гуру, кстати говоря. Если со Спелсингером круто, тогда в четвертьфинале самым верхним будет кто-то из наших точно. Смак поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Йентаро Адун. Спасибо, Смок. Так и не выяснилось, кто на Яндекс 500 прислал. Хотя, извините, я мог сам пропустить, если писали. Потому что, ну, в игре тяжело реагировать. Ну, первые списки Смок у нас на сегодня пока.
Репку смотрим. Короче, ждем, пока что-нибудь появится, что можно глянуть. Стрэндж, кстати. Стрэндж все в сетке у нас. Стрэндж у него в сетке. Точнее, не в сетке. В батле. В сетке пока не обновлено, ни хрена. Тифель, к сожалению, выиграл Димагу. В сетке появились обновления. И будет биться со Снутом, то есть здесь ЗВЗ. Здесь Блай, СККОС проиграет Томиксу, тут тоже будет ЗВЗ. Соответственно, ЗВЗ будет в полуфинале нижнем. Здесь тоже ЗВЗ. И здесь три Зерга. Ё-моё, посмотрите, какой дичь творится. Ну, сверху надежда на Стрэнджа, конечно, из Незергов. То есть... Помимо Стрэнджа, вот здесь вот, раз, два, три, четыре, пять зергов просто, один Стрэндж, ну, есть вероятность, что он сюда пойдет. Снизу у нас уже ЗВЗ, Блай зерг и здесь один зерг. Вот такие вот дела. Засилие просто зергов каких-то, ну, кому-то надо накрывать их. Зато для Блая халява в ЗВЗ. Ну, как халява? Там все сильные, конечно, но ЗВЗ Блаевская, вы знаете, что он чудеса может творить, конечно, там. Короче, ждем чего-нибудь, что произойдет вообще. Стрэндж параноид, непонятно, кто выиграл. Ну, Стрэндж пока в батле. Ну, он может просто остаться в батле. Вот и Дима у нас в чатике. Ну да, что здесь, Влада, точнее, в батле смотреть, пока непонятно, кто там дальше бьется.
Да, я уже давным-давно победил Ботвинника. Дальше пока оппонента нет. Ну, четвертьфинал. Сейчас уже Бутри начнется. И стримить не хочу, чтобы можно было выложить на YouTube спокойно, без запарок. Вот. Мага играет. Как в чатике насидится, когда и выиграет. Можно здесь уже даже в принципе отсечь одну стадию. Вот так вот оставить. Здесь уже все здесь. СРО 16. Так, а репчик все ждет. С гуру будет биться репчик, захожу. Так, всем пишу ГЛ. Отлично, репчик против гуру у нас будет за ВЗ-шечка сейчас. Ну и я не знаю, что там Стрэндж. Победил, не победил, посмотрим. Флэш БВ стримит почти 45к народу. Ну, очевидно, что в Брудвар переходит сейчас только ради того, что там до сих пор в Корее аудитория ваша. Потому что я видел сегодня Бису стримил, у него, ну, у него стабильно 7к собирается минимум, практически минимум. То есть, мне кажется, это дрочево все, это уже как бы, ну, честно говоря, как мне кажется, это не... Естественно, уже, то есть, как бы нету старого Брудвара уже такого. И уровень уже не тот будет, как бы, да и незачем это все. Нужно вперед двигаться давно. Ну, если тебя столько смотрят, то что флешу, зачем ему завязывать карьеры, в принципе, да? Можно и там подстримить, как бы. Посмотрим, будет флеш выступать, может быть. Короче, гуру ревчик начинают с мейнов. Сейчас посмотрим, чем это кончится. Рева с газа одного дрона снимает. У него газа побольше, чтобы это уже чем у оппонента. Мув заказан. Два линга, королева чуть позже. 45к зрителей, конечно, на FP. Это серьезка. Вот. Ну, это просто первый стрим, ажиотаж, как бы там, и так далее. Ну, в любом случае, по крайней мере, FP Брудвара смотрит, ну, не меньше, как бы, чем там FP второго StarCraft, даже больше людей, ну, самых топовых имеется игроков. Я не знаю, самые топовые что-то вот корейцы вот из К2 сейчас не стримят особо. У Ревы, так, у Ревы заказан Беллинг. Пользователь Сантра активировал премиум на ваш канал. Сантра, вот. Просто хз, короче. Так, ну что, Рева тут бегает. Гуру сзади за ним тут преследует его. Так, пошли бейны. Нужно ли Реве здесь бейн автоморфить? Пытается отойти, сейчас отвести гуру. Мув чуть раньше у Ревы будет, отводит своих лингов сейчас. Здесь еще подходят. Ну, Рева нормально оббегает, здесь всеми беллинги идут вперед. Окружает двух лингов, здесь еще два на хайграунде с королевой. Контратака от гуру идет, но у Ревы заказано 10 лингов на мейне. Беллинги что-то не успевают подойти. Королеву нужно прессануть сейчас.
что и пытается Ревчик делать. Врывается в дронов сейчас гуру. Взорви же ты, Ревчик, пожалуйста, нормально дронов. Да, нормально дронов Ревчик, к сожалению, не взрывает. Здесь дома еле-еле отбился, королеву потерял. И это печально. Здесь две хаты у гуру, у Ревчика, судя по всему, одна. Не судя по всему, у него одна. Блин, как здесь тремя беллингами больше можно взорвать? Так, здесь беллинги морфятся. Неужели гуру лингами сейчас сможет прорваться? Нужно не выпустить их отсюда бейнами уже, вот, попытаться. Что Рева и пытается сделать, на самом деле. Так, бейнами нужно пресекать попытку отступления. 4-4. Так, а что Рева боится-то? Лингов зажри ты его, лингов просто сейчас и все. Ну, долго что-то Рева здесь тянет резину. Гуру его как-то разводит просто на ровном месте сейчас реально. Вот взрывается бейлинг, наконец-то Рева забирает все, но ситуация тут не ахти, я вам скажу. У Гуру нет бейлинг неста, это самое главное сейчас для Ревы, самый главный шанс, но вот здесь уже две королевы, у одной 100 энергии у одной, и еще есть 4 королевы, лингов реально много, короче, на 10 лимита Гуру больше, вот он идет вперед, здесь бейн и морфится, Гуру пытается обижать Реву. Ну, кстати, вот развел опять на отступление домой. Надо с бейлингами отступать, короче, печально дела. Блять, нарвил. Спасибо тебе. Так, бейлинги здесь есть. Рева 2 взрывает в никуда. Хату все-таки пытается запилить. Ну, короче, у гуру плетка пошла, гуру задефился. Сейчас шанс для Ревы, конечно, за счет бейлингов. Просто, ну, не давать убить себе вторую базу. Обязательно нужно занять и как-то пытаться отстроить рабочих, потому что продавить здесь гуру уже, ну, не представляется. Возможно, практически. Так, еще бейны от Ревы. Здесь Бейлинг-Нест тоже гуру строит. Рев пытается ворваться, королеву сгрызть. Пошли трансьюзы. Плетку тоже трансьюзит гуру сейчас. Рева перекидывается на дронов на второй базе. Парочку подгрызает, уходит. 38-25 по рабам. Здесь тоже что-то линги бегают. 14-21 по рабочему. У гуру очко. Так, все, перебор. Пошел. 30 лет орбитального космоса. Это хорошо. Что тут говорит? Пытается Рео что сделать. Ну, здесь-то бейны тоже уже появляются. 20-24 по рабам, 20-26. Переход во вторую базу от Ревчика идет. Ну, переход нужен сейчас был. Но здесь все равно все лучше, больше лимита. Тут, кстати, много лимитов королевов, поэтому на центре, в принципе, Реве можно биться. Ну, сейчас никуда Рева слил своих бейнов. И это плохо для него, потому что гуру его начинает разводить. Королева минус, линги минус. Как-то Рева странно. А что он боялся? Зачем он в бок-то убежал сейчас? Я что-то не понимаю вообще. Чем-то Рева в бок убежал и отдался. Здесь вроде как отбивается. 27-32 по рабам. Так, на Тинькофф 200 приходит, ребят. Спасибо большое вам. Пишите в чате, кто кидает, чтобы мог добавлять что. Так, здесь хороший взрыв был. Это, по-моему, гуру сейчас взорвался на бейлинге Ревчика. Спасибо, ребят, за поддержку еще. Роуч Ворон Рева также строит. По рабам 28-36 на 8 впереди.
Да, Максич, от себя. Спасибо тебе, Максич. Очень приятно. Сейчас добавлю. Контратаковать Рева пытается. Кстати, Роуч тоже заказано. Лимит это близки вообще. Но на 10 рабов отстает. Там лейер пошел. Ну, кстати, за счет третий без лейера. А, здесь третий еще раньше. Нет, что-то вообще дичь какая-то. Гуру красный становится. Короче, всем спасибо за поддержку. Ё-моё, что-то у меня там шестерочки какие-то. Третья раньше, 47-32 по рабам. Не, беда. Ну, не зашел пуш, начальник. Конечно, тяжело сейчас что-либо сделать. Но, правда, Роучи у Ревы, кстати, боевого больше до сих пор, что самое интересное. Выходит Рева вперед, гуру видит, Рева что-то лингов не проврил. Нужно двигаться или не нужно двигаться. Может, даже не стоит сейчас двигаться. Семь, 114, 90, 108. Ну, 30-очка лимита разница. Здесь уже мув почти готов. То если бы для Ревы был шанс, если бы он столько боевого, может быть, не строил бы. То есть на халяве тядово и сейчас как-то да заказаться, я не знаю. Ну, конечно, так тоже легко сказать, что вот сейчас на халяве тядово и да заказаться. Ведь в любой момент оппонент может вперед пойти. Ну, гуру спайр ставит, то есть он и вперед идет, и спайром собирается еще закреплять преимущество свое. Спасибо, Максич. Айпад нельзя кидать, да, слышишь, айпад нельзя. Так, есть там Берин где-то сзади находится. Рева с королевами сейчас дерется, гуру много пришло. Берин там дэмэджа нанес еще плюсом, но Рева меньше даже сейчас, чем гуру здесь, и королева его тоже не спасут, судя по всему. Плюс 1 на 0-0, тем более грейды. У гуру еще и грейдов больше. Королевы падают, бегает еще Рева. К сожалению, Ревчик вылетает из сетки, и одним нашим игроком становится меньше. Гуру идет дальше. Блай вижу, что смотрит репки пока. Стрэндж параноид до сих пор не... Ничего нету, никаких обновлений в сетке, поэтому неизвестно, кто выиграл. Здесь у нас гуру, зерк, ну, конечно, зерк и Рева бы был бы, если бы выиграл тоже. Кокос с Блаем, кстати, будет биться. Блай там репки смотрит. Ну, кокос у Блая надо ворваться, это не ЗВЗ. Посмотреть их. Что-то Стрэндж не отвечает, может проиграл он, я не знаю, параноиду, без понятия. Если Стрэндж выиграл, то я хочу Стрэндж Гуру посмотреть больше. Если не выиграл, то, конечно, Блай Кокос лучше посмотрим. Двое наших, плюс как бы и ЗВЗ, потому что остальные все матчи. Гидра Нерча выбил в полуфинале, оказывается, он уже...
Все, нерч ушел. Да, чарлик тут лает, хождение постоянно. Покажи Чарлика, и все. Эра бесплатного Чарлика кончилась. Чарлик теперь просто так не приходит. Ему уже достало эти показывания. Достали его. Так. Стрэндж еще не пишет. Гуру продвинули, Стрэндж чуть ни хрена пока. Да я понял, которую утопили, тигра, понял. Которую утопили, понял. Короче, Стрэндж единственный в четвертьфинале. А не, Кокос еще Бродс. Здорово, окей. Кокос еще Бродс. Стрэндж Бродс единственный и Кокос. Все остальные 6 зергов. Гидра уже в полуфинале. Тефель Снут там еще бьются. Если Стрэндж выбреет Гуру, то Стрэндж, возможно, с Гидрой будет играть. Гуру еще надо пробрить. Гуру, в принципе, неплохо играет за ВП. Короче, ждем мы. Что-нибудь. Репка, Стрэндж говорит, не грузится у него. Поэтому не может зарепортить результат. Все, здесь я, ребят. Стрэндж отпишет, как с Гуру биться будет. Блай пока не здесь, он с Кокосом бьется. Стрэндж ни хрена не может демку пока загрузить. Он Дрейнарк уже, кстати, играл. Он и стримит, и играет сам, получается, я чуть не понял. Видимо, да. Обсерверов заходит здесь некоторое количество. Блайна становится 400, там человек почти 500.
Здорово, Арчер. Там какой абузер-то это? Армада она. Всегда армада, да, Чарли? Нужна мне лака твоя. Иди сюда. Ну что, пришел, попал в кадр. Да? Все, хорош. Пошел. Что ты мне лапы тут выставляешь? Что я тебя на землю не поставлю, что ли? Иди. Иди. Так, секунду. Так, все, я здесь, ребят. Прошу прощения. Так, ну жду, пока Стрэндж отпишет. Если Стрэндж отпишет, к нему выйду, ворвусь. Пока Блай с кокосом бьется. Кокос, начиная через два гейта, то бишь агрессивно на этой карте. Он предпочитает начать, насколько я вижу. Посмотрим, что из этого выйдет. В принципе, из этого может выйти то же самое, что и с халявы жесткой. Например. Если какой-то дэмэдж нанести, если Блай там будет перестраховываться. Ну, Блай... Блая, кстати говоря... Погодите, а чего Блай забил такой интересный? Или он просто лингов первых наносит? Чарлик, что ты здесь залег как сосиской теперь, а? Ладно, хорош. Оп, Блай уже прибегает, а прошу прощения, хорош тут бедному родственничка из себя строить. Ребята, ребята, за секунду до выхода адептов Блай проврывает. Два адепта не смогут такого дэмэджа, как эти линги, нанести абсолютно точно. Мазер, кура, нет, лингов реально много. Ну, это практически ГГ, процу. У него нет некса, у него 12 рабочих на 24 Блая остается. И явно сейчас адепты не развалят дронов столько, сколько развалил кокос. Телепорт вниз, хотя развалят некоторое количество, абсолютно точно. Кстати, немалое количество даже, я вам скажу, наразваливал здесь кокос. Ну, вот этим последним тоже надо пытаться добить было. 9 дронов в ответку убил. Ну, 13-22 и 3 хаты у зерга. Нет, все, да, просто печаль. То есть, если бы билд был тут... Вот этого билда задача просто, он все равно как бы из худшей экономики начинает в данном случае. Задача этого билда убить рабочих самому и не потерять, как бы.
Ну, кокос, к сожалению, потерял. Да, есть королева. Хоть сейчас я еще раз сетку обновлю. Получилось ли Стрэнджу репку загрузить? Проверю. Да, получилось Стрэнджу загрузить, но пока что-то ничего он мне не отписывает по поводу начала игры своей. Еще два адепта пришли от кокоса. Ну, навалил тут он Блая рабочим демеджа нормально, на самом деле, навалил. Телепортируется на мейн, можно еще одного дрончика как минимум подрезать. Ну, больше не получится, потому что не успевает стрельнуть адепт. 40-25 по рабам, в любом случае у Блая больше, нам здесь гиты открываются, есть роба. А далее, что далее, пока ничего. Сбивает овера кокос. Ну, и, кстати, игра в дестабилизаторов. Харас пытается выйти, кстати. Кстати говоря, он... Блай на халяву пробегает на рамп, пытается сгрызть демотивирующий дрон. Кривая точка сбора, вот Блай дает. Приехали дроны такие, решила даже парочку подраться, но кокос их быстро просто прихлопнул. Прихлопнул Элинга, все прихлопнул, короче говоря. Лейер почти у Блая готов, и ему бы спайр, наверное, здесь заказывать против двухбазового тупрос. Вообще идеальный расклад, старгейтов нету. Ну, Блай не уверен, есть ли старгейты или нет, но точно не видел. Так, Нексус 3 ставится. Пилончика 2 пошло. Пользователь Фин1 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Фин1. Появляется роуч, несколько штучек еще дополнительных. Четвертую власть ставит. Здесь у нас с мувом призма летит, да, с мувом, где говорят, да, мув есть. И сейчас будет залп дестабилизатора. Ну, посмотрим, сколько убьет здесь. Как вот. Пошел выстрел. Блай отвел рабочий, если бы не отвел побольше, потерял на пару штук, наверное. Он писал мне, что они начинают. Ой-ой-ой. Я завтыкал, да. Ой, даю. Так, ну ладно, достримлю уже Блая тогда, не заметил Стрэнджа. Здесь Блай давит. Стрэндж уже давно начал выходить, смысла нету. Блайлингами роучами на мейне вынуждает оверчаш поставить и спускается обратно на третью, 63-103. Ну это точка в этой игре абсолютно точно, хотя не факт еще. Так. Стабилизатор сам себя спас. Хороший, кстати, сейчас взорвал тут на рампе лингов. Там роучи, хорошее количество дестабилизатором Стрэндж. Второго дестабилизатора не покуснуть. Поспешил я с точкой в этой игре. Отбился Стрэндж еле-еле, правда. Робот тут Блай заблочил оверсиром. Да там ничего и не строилось в этом робо. Бегут еще роуч вперед. 9 муталисков. Вот она точка. Это 9 муталисков. Тайминг старгейтов очень-очень поздний. Роучи заходит, тут была еще и закусит. Сталкеров, единственных мисс, которые вообще против воздуха сейчас дерутся. Хорошо сплетанул сейчас. Сталкеров подкусил. На хайграунд забегает Блай. Пробочку минусует. Начинает тут бомбить все. Сталкеров подкусит целенаправленно. Ну, правильное решение. Мутка прилетает первая, сталкеров вообще нету, но это дожимает Блай называется. Муталисками только не гей, бей Блай, пожалуйста.
талисками бьет. Нигей была и наконец-таки забегая, залетает сталкеров, начинает сталкеров убивать. Сталкера падают, ну, очень быстро, у талисков, ну, очень много. 1-0 Блай. Ну, Стрэндж, удачи желаю, если выиграет Гуру Стрэндж, Гидра обязательно будем смотреть. Но Гуру будет тоже непросто одолеть. Хоботоп поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно. Спасибо за стримы. Хоботор, спасибо, новатор. Хоботор, прикольно озвучила. Очень приятно. Спасибо за поддержку. К Блаю надо врываться, походу, да? Все, Стрэнджа уже ждать бессмысленно. Абсолютно бессмысленно. Причем... Боллинджер тут залетел на правах обсервера. Погнали. Стрэндж звал меня стримить, но я не заметил. Я пока чатики считал, потому что у меня уже сейчас три чатика. Два TV, Good Game и Twitch, получается. Види ТВ я пока даже не трогаю. Ну, на Види там очень мало народу обычно. Если есть проблемы, как бы, и стрим обычно с Твича смотрят. Поехали. Так, через гейт опять же опенинг, может быть два гейта будет, от, посмотрим от кокоса, ну, либо будет от него гейт кибернетка Нексус, из игры пока непонятно, нет, два гейта, посмотрите. Видимо, это против Блая так, либо он все время так играет, не знаю. Ну, на таких картах широких, да, здесь адептами можно что-то сделать вначале, но Зергу-то попроще что-то сделать. Найдет сейчас кокус. Блая, Блая стандарт, 17-я хата, Газпул. Кто-то там что-то мигает. Ё-моё, что это за великая китайская стена? Как обходить-то, ё-моё? Еще сюда здание поставить, чтобы вообще полная стенка была. Ни рабочий не перевести, ни хрена не сделать будет тогда.
Ну что, адепты заказаны, но, блин, вот против Блая, который всегда лингу практически подстраивает, я считаю, гораздо проще как-то от экономики его лингов принимать и уже на этом преимущество получать, чем с помощью мультитаска там что-то делать. Нексус пошел. И по пробкам еще встает продакшн пробок при таком билде, вот что самое интересное. Здесь пробка уезжает. Адепты идут вперед. Линги оббежали. Так, еще адепты строят. Куда они пошли? На мейн пошли. Кстати, Блай не готов к адептам. На мейне. Три дрона уже минус. В это время тут адепт линги пытаются... Пилон минуснуть. Сколько адепты дронов заберут? Ну, я вижу, что уже достаточно много забрали дронов. Здесь линги отдались в итоге все-таки. Адепт ушел. А как? Адепты успели ли... А, они с мувом стали. Адепт не ушел, но 7 дронов забрал сейчас кокос. Блин, ну проблема в том, что ну 7 дронов забрал, а рабочих все равно у Зерга почти столько же. И третья хата строится, у него все равно за него нормально, как бы более-менее. Не более-менее, а вполне нормально. Привет, разведчик. Подбегают линги еще от лачика. 8 дронов заказывают. Сейчас это видно на третью базу. Уже все дроны пойдут. Здесь линги пытаются пробежать. Гиты открыты. Варпа почему-то нет. Почему варпа-то нету? Так, будет Блайдер подгрызать нам на мейне вот этих двух. Да, пытается подгрызть. Одного сгрызть, второго не сгрызть. Уходит на вторую базу. Здесь часть лингов тоже стоит. Нужно бежать просто. Хотя бы двумя лингами убежать. Но если хотел Блай врыв еще один сделать, надо было сразу вот этими врыв делать. Короче, передумал Блай здесь что-то делать. Лингами уходит. И да, их лучше оставить просто-напросто сейчас, потому что 4 гейта, я просто сможет просто варпануть, например, сюда 4 адепта еще. И вот уже десяточки вперед можно неплохо выйти погулять. В общем-то... А, supply блок. Ну, замечательно, блин, supply блок. Конечно же, совсем не вовремя для процесса. Supply блоки, они вообще вовремя не бывают. Пошли адептики вперед. Лингов у Блая сколько? Лингов 30 штук. Это реально много. Адептов окружает. Он еще как-то они тут расплетились, что линги в центр еще забежали. Прям группа этой всей. Телепортируется на мейн. Как вот Блая. Нужно дронов увести сейчас. Второй базе адепт здесь начинает что-то бузить. Двух дронов забрал. Ну, вот такого не надо позволять. Вот микромоменты такие, блин, очень сильно решают. Ну, одного забрал, второго хоть спаси, там, в спорку, я не знаю. Это и оппонента демотивирует. Гуру 1-0 Стрэндж. Печально. Если сейчас вылетит Стрэндж, то тут в полуфиналы все ЗВЗ получаются у нас будут. Ну а что поделать? Главное, что нерча нет. Да, до 8 точно все кончится и... Окей. Приходят роучи. Очень большие проблемы здесь у кокоса. Так, филды неплохие. Второй верчаж. Но кокос с проблемами справляется. Проблема у кокоса в том, что у него третьего нексуса нет. Вот в чем проблема. У него две базы. И несмотря на то, что Блай в очередной раз слил войск, и немало, кстати говоря. Кстати, потери этого Бла вообще одинаково было потерям. Сейчас у Троуча забрал, у Блая побольше стало. Так, Кингалвис. Сейчас проверим.
Спасибо тебе, Кингалы. Тебе премиум надо взять, я как понял, да, ты говоришь? Возьмем. Что я могу сказать? Так, пытается кокос тут призмой подхарасить. 4 адепта в ней сидит. Здесь бы двумя имморталами даже больше бы решила, мне кажется, подхарасить. И призму потерял кокос. А вот это уже совсем печально, честно вам скажу. Призму терять вообще не нужно было. Минус сейчас адепта Блайд делает. Спускается. Не 122-83, не, это печаль. Все бежит в больших количествах от Блая Старгейт. Ну здесь, кстати, два Иммортала есть. Не так-то просто будет пробить такой микс Блая. Но, к сожалению, на этой карте был бы один бы проход, было бы вообще хорошо. Здесь два прохода. И это на месте кокоса уже просто бы где-нибудь здесь бы на хайграунде рядом с Нексусом депился, забил бы на этот пилон. Да какой к чертям Нексус? Тут улын идет, а кокос Нексуса ставит. Филдов нету, кокос тоже ошибка очень большая. А сейчас вообще нету. Вот смотри, новых доварпил. Нужно к рампе возвращаться. Три имморталы. Имморталы, конечно, помогут. Фениксы. Какие к черту фениксы? Хотя, если сейчас отстроить быстро штучек 6, то можно поднять реводеров и все пресечь. Только первого дрона там скорую отправлял заказываться. Второго он уже никуда не отправлял. Ну что, имморталы неплохо тут роучи просто бьют. Отводят кокос контроль, демонстрирует очень осознанный, хороший такой. То есть не всеми тупо бегает, ДПС теряет. Отводит именно тех юнитов, куда падают фаерболы. Это важно. Понял тебя, Кингал. Сейчас возьмем. Сейчас кончится прессинг. Так, прибегают еще роучи. Фаербол сейчас упали на кокос. Оверчарж запилен. Филды как-то кокос минус пилон. Филды как-то кокос не успевает вовремя накидать. Фаерболы по гейту. Гейт нужно отменять, естественно. Ну и что вот эти фениксы висят? Две бы грелки сейчас подстроил, они бы жарили, плетали бы. Только контролик на фаерболы. От фаерболов уводи, и вообще все хорошо. Филды новые кидают. 125-185. Ну кокос держится, кстати. И муталиски, что самое интересное. Без... Оп, обсервера подрил. Вот Блай чертяга. А кокос не за контроль, феникса побрел. Вот против этого нужен идеальный контроль. Вот в чем уровень. Это кто-то думает, что просто нет. Не просто против этого с контролем. Чуть завтыкал и все. Поэтому кто-то ML, кто-то GML, кто-то там сильнее еще. Вот. Блай успевает все делать, да заказывать дома экономику. Здесь фаерболы кидать. Кокос не успевает. Обсервер отвести феникса. В итоге лимит-то не растет, хотя мог бы расти здесь. Ведь он от обороны действует. И Нексус 3 уже закачивается. Теоретически, если... Фаерболы напрягают. Теоретически, если кокос здесь будет держаться, еще можно нормально в итоге все сделать. Так, заходят наверх реводжеры. Фаерболы по фениксам мимо, естественно. Фаерболы по иммортлам. Попадают неплохо, но имморталов 5 штук, ой, как роучим. Ё-моё, 3 феникса за фаерболом, ну как ты, кокос, ну, лаг теряет, фениксов нельзя было терять, имморталов некому прикрывать, в итоге делки там где-то сбоку, филдов недостаточно, фениксов все меньше и меньше становилось в этой битве, и Блай продавил лоб в итоге, к сожалению, мог кокос, чуть по, ну, тяжело это, не просто на самом деле. Фаербольчики падают.
по мазеркору. Ну вот, нужно везде до конца доконтраливать. Вот в чем проблема. Везде доконтраливать до конца. Тогда будет работать что-то. Ну, тут уже бесполезно рыпаться, к сожалению, кокосу. Девелопер пишет. И Блай проходит дальше. Если Стрэндж сейчас проигрывает, 4 зерга в полуфиналах-то оказываются. Гуру, а Стрэндж уже, как я понял, 0-1 сливает. И у Блая, кстати, есть оппонент Гидра, между прочим. Похоже, туда и нужно врываться. Смотрю, тут стрим рекламит. Зашел на стрим посмотреть, что там. Увидел комментарий Артура. Понял, что Артур отчасти прав. От большей части даже. Сейчас Викингалас с премиум забыл, тебя возьму. Так, на месяц на мой канал. Все берем, отлично. Производится платеж. Так, утвердить платеж. Закрыть окно. Все, премиум берем. Берем. Погодите. А, Блай со Снутом, не с Гидрой. С каким Гидрой? С Гидрой Стрэндж будет биться, если победит. Держи, Кингалвис. Тебе попер. Спасибо тебе. Блай-то молодец. Ну, жаль, потому что Проц проиграл. Я сам-то Проц. Вот, но в любом случае кто-нибудь из Блая и Кокоса должен был проиграть. Так что Дум-то вперед не пройти. В любом случае им было. Надежда теперь еще на Стрэнджа, что будет еще плюс один игрок в полуфиналах из СНГ. Со знакомыми флагами, так сказать, русскоязычный. Но хз, насчет Стрэнджа непонятно, к сожалению, проигрывает, да и Гуру не слабый оппонент. Да-да, снуд, ребят, сам затупил. Кингалвис, там бери время. Не туда немножко глянул. Ну, ждем хост, будем Блай снуд урывать, что я говорю, могу сказать. Стрэнджа ждать бесполезно, тем более он может проиграть. А если Стрэндж проиграет, то там будет Гуру против Гидры. И точно такое же ЗВЗ без нашего игрока. Очевидно, что мы врываемся к Блаю сейчас, поэтому... Ну а если Стрэндж выигрывает, то царь, конечно, да? Мы увидим это в сетке и попробуем ворваться к Гидре попозже немножечко. Сервером для одного двойного потока. Завтра человеку отпишу. Просто встаю так, что уже как бы стримить начинаю сразу же практически. Да пока и так все, ну, работает. Это нужно ЖКМ готовиться, чтобы точно было. Короче, к началу марта 100% будет, не волнуйтесь. Какой Блай винрейт против Снута? Ну, хз, как бы. Последний раз я видел Снут 3-2 Блая выигрывал. Ну, как бы они на равных бьются, вот что самое главное.
нет такого, что снут на изичах там пробревает блая. На то он и гуру, но он гуру только на то, чтобы в никнейме быть гуру. Так-то ему там меньше 18, насколько я помню, и вообще он молодой поляк, и от Блая у него горело просто синим пламенем не так давно, когда он ГГ раньше времени писал. У Блая тоже от такого горит обычно. Блай хотел уже админом писать, чтобы его уволили из турнира, но по правилам того турнира за это не увольняли. А вот на ОЦС за такое могут дисквалифицировать, типа, например. Оп, запрыгиваем Глаю. Блай заснул чуть ли не каждый день играет. Наверное, надоело смотреть одно и то же. Ну, сходи, посмотри, он что-нибудь другое. ФП какой-нибудь, не знаю. Раз надоело. Там вот игрок с интересным никнеймом. Вот с таким он стримит. Ну вы поняли. Я хотел написать ФП, кого посмотреть, там на Team Liquid есть. Алисе не понравилось. Вот. Ну что, ничего страшного. Часочек посижу. Мне все равно в чат особо писать не надо. Короче, ждем Блая начала. Здесь уже Бутри абсолютно точно снут против Блая. Стрэндж играет ладдер. Это говорит о том, что не просто так он играет ладдер, а о том, что 4 зерга у нас в полуфиналах осталось по ходу дела. Как я понял. Оп, револьвер пришел. Ну, снут револьвера. Уснут вообще как бы. Добрый Люк Скайуокер. Вот, да. Некоторые ребят, типа Марин Лорда, Реву бы не оставили бы здесь. Сейчас я, ребят, подойду. Ну что, масс ЗВЗ у нас тут получается. Нет, Павел Белов has been removed from the lobby все-таки. Снут тоже не хочет Павла Белова. Ну, у Снута другой прикол. Снут не любит, когда задержки нет на самом деле.
Да, колокольчик это именно Хью, игрок. Но по-нашему может по-другому быть. Пользователь Кингалвис активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Кингалвис. На одну минуту всего забанил. Хрена с меня на одну минуту все забанила Алиса. Любит меня Алиса. Свой человек, как говорится. Да и Хью тоже нормальный парень. Ничего страшного, все нормально. Спасибо тебе, Кингалвис. Хорошо. Ну что, с мейна все начинают, что Снут, что Блай, билды идентичны. Блай через отмену газ играет, Снута пораньше овер. Немножечко что-то, ну, все на центре устанавливает. Да, я понял уже, что... Так, и Блай решил играть, посмотрите, Блай решил играть так, как я говорил, хотел, чтобы Блай попробовал сменить свой билд на что? На чисто лингов с мувом, без Беллинг Неста. Ну что ж, интересный вариант, посмотрим. Блай сам к этому пришел. Посмотрим, что из этого выйдет. Снут прибегает. У Блая мув, кстати, раньше за счет более раннего мува можно погонять мешки лингов оппонента, но Блаю нужно строить роуч ворон, потому что контрпушем могут линго-беллинги пробрить ведь Блая. Вот если сейчас, например, роуч ворон закажет, там подстроить... Блин, у Блая лингов что-то слишком много подстраивает. Прибегает, видит, что тут у Снута... Вот надо не лингов четырех, нахрена они нужны-то? Вот, ну, не знаю... Ну, да, ну, хотя, в принципе, если разумно ими пользоваться, то могут помочь и эти линги. Вот, но Роуч Ворон сейчас была как-то понужнее. Плетка пошла. Вот минерал-то сдай, Блач. Ну, вот не... Так, отдаются на бейлинги, короче. Сколько Блач? 4 линга отдал сейчас. Лингов добавил некоторое количество. Нужно как можно дольше сдерживать сейчас пуш Снута. Здесь овера пытается Снут убить. Надо сныкать овера. Блаю. Может Беллинга попытаться выманить одного. Пытается. Не получилось ничего выманить. Здесь Линга подгрызает, подкусывает Бейна. Хороший контроль от Блая такой. Тонкий, четкий. Главное сейчас просто все не отдать на Бейнах. Вот Снут вперед идет. Блаю нужно развернуться. Снут побежал сейчас. Блая вот одним Лингом... Пользователь Миста. Краули 93 активировал премиум на ваш канал. Беллинга закусал сейчас, линги вернулись, королева встречает, но как-то вот это не получилось поймать лингов. Плетку увидел Снут прекрасно. Так, у Блая аж целых две плетки, офигеть, как Блай тут испугался прям сильно. Но по рабам все равно на 5 в плюсе, и база раньше, и все раньше, короче говоря. И овер сейчас еще Снута залетел, не понять куда. Кстати, даже вот такая тема, вроде как Блай исполняет не фантастической прямо вот ее... А работает, работает. Готовился к Снуту, к другому билду от Блая. Ну, сколько лингов так не сливать, вот вообще было бы замечательно. Летки перекопал Блай.
Роу Чорн почти готов. Будет ли Блайт прессовать сейчас? Ну-то. Хороший вопрос. Кстати, я вижу 240 газа. Можно попробовать сделать что сейчас? Как Блай любит, можно сделать роучи ринга и по дороге вот сюда вот роучи в реладжеров превращать, к примеру. Так, двух лингов Блай повел к Снуту. Пытается проверить, что же здесь происходит у нас. Будет рваться на рампу. Врывается. Ну, по одному надо было ворваться. Так, Роуч Ворон уснул почти готов. Блай, что, третью хату ставит? Правильно, не надо ломиться там. Лучше опережаешь, лучше как бы и опережать дальше пытаться, как бы. Нахрена куда-то лезть? Снут опять Роуч и заказ. Ну, вроде как Блай опережал, но... Блин, Снут 7 Роуч идет. Как бы Снут сам сейчас пушем Блая не убил бы каким-нибудь нелепым. Блин, здесь хату начнет. 9 Роуч. Ну вот, пожалуйста. Блай еще наотдавал здесь лимита боевого. И в итоге... Так, 7 роучей сам заказывает. Но если Блай вот 40 на 32 рабочих отобьет Снута под пуш, вот это, к примеру, не отдав третью хату. Ну, третью хату тяжело будет Блай уже не отдать. Вот в чем проблема, к сожалению. Роучи выходят. Нужно спуститься роучами. Все, третью отдал. Ну и все, Снут сейчас как минимум в ничью ситуацию сведет. Нахрена? Третью, ну ты не лезь, конечно, у него хата ставится, блин. Ну неужели одного-то роуча вовремя там, не знаю, или лингов, то есть, либо лингов нужно сохранять, чтобы третью защищать, но не всегда, понимаешь, не всегда получится так сделать, вот. Либо лингов нужно сохранять, чтобы вот так вот тебя не скушали хату до того, как вообще что-то начало качаться. Либо, так, врываются линги, ну побоялся, а зря, мог бы ворваться замечательно вообще сейчас. Ну, у Блая на 10 рабов больше, у Блая лейер, здесь лейера нет. В принципе, на шажок Блай впереди все время. Так, четвертый реводжер где-то сзади. Вот, четырьмя одновременно надо. Забегает с нутлингами, пытается Блая принять. Здесь не принять здесь ничего, все в порядке. 11 роучей снут еще заказывают, у Блая лейер делается. Блая подстраивает дронов. Сейчас самое главное, Блая будет понять, что здесь all-in идет. Нужно королеву, ой, королеву овера сейчас в оверсира превратить, но уже ничего никуда не превратится. Минус овер Блая. Печаль, беда. Ага. А вот это уже интересный расклад. Это как с Гидрой на, и этим на Дримхаке. Может вкатить сейчас, кстати говоря, очень даже неплохо со стороны Блая вот эта тема. Но 60 секунд еще чертовых ждать. Если Снут прямо сейчас ломанется, а учитывая, что Снут вообще третью не раскачивает, он может прямо сейчас ломануться. И это будет не очень хорошо. Так, здесь небольшая добыча начинается на третий. Газ ставит сейчас Блай на третий базе. Роучем контролит центр, видит выход. Блин, и Спайра тайминг, блин, еще и 10 дронов Блай заказывает. Спайра тайминг кривой. Боюсь, что Блай сейчас не выдержит этот прессинг, и мутка может просто не зарешать тоже в итоге. Она потому что ее нету, она вообще выйти не успеет в этой игре. Это очень печально, идеальный вообще отснуто врыв. Вот грамотно, свич как бы, вроде как Спайр в такой ситуации хорошо выходить, но... Вот нужно чувствовать момент, может оппонент ворваться. У Блая не было информации, улынет Снут или не улынет. Вообще никакой у него информации не было сейчас. И в итоге что мы имеем? Снут пробревает Блая в хлам, дома вообще нечем отбиться. Спайр готов, а толку, что Спайр готов. Здесь все отменяется. Снут еще и так, Снут поверов подобревает еще. Заходит на хайграунд, 1-0 Снут, 3 муталиска ситуацию не пернут. То есть... Как Блая нужно было действовать? Конечно же, да, заказывать сейчас роучи как можно больше. Встречать под плетками Снута. И уже штучки 3 муталиска там в процессе боя начинать строить. То есть, если Снут отдался, и еще мутка полезла, он сам был ГГ бы написал. 1-0 Снут. Печаль, беда. Но ничего не поделаешь. Ждем следующую игру. Преимущество у Блая было абсолютно точно. Всю игру причем было. Но иногда Спайр
Лучше, конечно, не снут. Если бы снут раскачивал бы третью, а потом бы в пуш шел, то бы спайр бы зашел бы вообще по идеальному. Но снут ни хрена не раскачивал, к сожалению. Для Блая. Жду хост. Если вместо тех 10 рабов Блай 10 ручей, например, заказал, и с ручей, которые уже были много реведжеров, то есть тут-то стационарка у Блая оборона, оппонент лезет, ты просто позиционно фаербулы ставишь, и они по-любому будут попадать. Либо нужно отступать-то, а снуту было бы. И вот на этом можно было бы до спайра дожить, на самом деле. То есть была ошибка там, наверное, Блай сейчас, конечно, не смотрит вот этот момент. Врываюсь в лобби. Задержка. Да, 2 минуты. Один ноль снут. У Рена карта. ГГЛ пишет Блай. ГЛ хвастнул. Угу. Смотрите-ка, Блай мудрит как, а? Очень интересно. А как ее раскачать-то, хату эту? Как сюда перевести рабов-то, блин? Ну, посмотрим, как эта идея должна работать, по мнению Блая. Я, честно говоря, не знаю, как это должно работать. Да и перевести сюда как-то через всю карту, переводить дронов. Ну хз, плюс снут может спалить перевод этот. Снут роуч ворон строит, боится он что-то там. Боится, что Блай будет прорываться. Насколько я понимаю, здесь заказан дрон один уже. Ну и Блай, естественно, ничего не переводит. Как он переведет? Здесь овер пытался залететь, сразу королева его отогнала. Ну, убить не получилось, к сожалению. Ну, учитывая, что у Снута тоже не так быстро эта хата раскачивается, в принципе. Но он больше возможностей имеет по переводу рабочих сейчас.
Здесь 5 дронов у Блая заказано. Будет ли перевод? Второй газ, я вижу. Нужно переводить рабов, или Блай все здесь оставляет? Нет, Блай все здесь оставляет. И... Ну да, на второй газ. Здесь уже с инъекцией снова надо перевести. Так, одного дрона сюда, да, он сам понял, что нужно переехать. Уснута 8 роущей. Уснута нет мува лингом. Кстати, это очень важный момент, что уснута нет мува лингом. Блай одного дрона подгрызает и убегает. Сейчас теряет низких лингов. Роучи строятся сейчас. Так, здесь раскачка идет понемножечку. Часть роучи снута. Куда они идут, эти роучи? Эти роучи идут лингов ловить. Блай понимает, что надо сваливать. Сваливает. Ну, беги уже дальше, конечно. Надо дальше оббежать. Так, часть роучи все-таки лингов пошло ловить. Блай видит этих роучей. Лингами опять пытается бежать. Здесь улыновая тема отснута, я вам скажу. Овер улетел еле-еле. А не, как улын? Третья хата пошла. А что же Блай? Блай теряет двух лингов, убегает. Роучи есть, реводжеры запилены. Третью сам ставит сейчас. На золоте добыча, кстати. У Блая добыча выше за счет золота получается. Минус овер. Ну видишь, что-то снут не проверил золото-то ни хрена. Может, он просто понял, что там золото, и не стал проверять? Я, честно говоря, не знаю. В чем причина здесь? Выходит Блай. Фаерболы по оверу пошли. Ну, что-то Блай мудрит здесь. Сейчас снут его примет просто, и все. Пользователь Ива подчеркивание 774 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Ива 774. Блая нужно сваливать. Кстати, если снут сейчас вперед пойдет, то он может прям на золото прийти к Блаю. Блай ушел. Здесь два роуча в контратаку приходят. Пару дронов. Снут у минусу. Блай, 37-27 по рабам. Это олын от снута будет. Блай, как ты отбиваться-то собираешься? Что ж, Блай, так вообще наглеет-то, я не понимаю сегодня. Да где-то заказ-то, блин. Личинки все потрачены, все потрачено. Сейчас будет просто потрачено. Два реводжера забрал снут у Блай сейчас. Красавчик, еще реводжера забрал. Фаерболы где? Пошли фаерболы. Хорошие фаерболы. Что-то я тренера кого-то крейзи врубил. Вот, уходит Блай, 10 роу еще делает, 79-75 по рабам, так и лимита больше, 12 реводжеров, здесь нужно овера пытаться подбрить. Морти поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей ровно, с наступающим праздником, спасибо за стримы, всех благ. Спасибо тебе, Морти, очень приятно, респектую тебе. Здесь Снут что-то разделил, все на две части свои войска. Блай пытается принимать. Нужно уйти, реводжера сейчас фокуснет. Ну что тут два роуча? Два роуча вперед, реводжеры уходят. Здесь Блай справляется с обороной. Да, справляется. Короче, по разным фронтам у Блая все нормально. 91-84 по лимиту. Все замечательно. Два роуча. Вот этих нужно было увести сюда куда-то. Ну вот лишнего отдает Блай. Лишнего отдает сейчас и соединить армию еще свою не может. Самое печальное, куда через мув пошел, Блай, как... Бичевня пошла. Ну вот это уже совсем перебор, это уже совсем перебор. Блай пытается пробить камни, пробивает полгода. Снут к нему выходит, каким-то смешным причем миксом выходит, непонятным. Здесь Блая подловил. Короче, блин, вообще Блай на ровном месте просто начинает чудить. Сейчас и такие просто... Творит реально темы. Роучи на муви отдал, но неужели не законтролить? Ну, блин, проигрок же. Они пошли камни, вот крикнул на камни, роучи отсюда уходит. Ну, что за бред-то вообще, Блай? Здесь роучи встречает, у Снута уже больше лимит. Но Блай, кстати, с двух сторон Снута принимает сейчас. И несмотря на свои ошибки, он еще в плюсе остается. У Блая 20 лингов строится сейчас. Рабочих у Снута больше, но... Контратаки в хорошей сейчас, дичайшей, можно все перевернуть. Опять Блай врывается, опять чудит что-то непонятно. Так,
Здесь надо камни все-таки допробить, может, Блай. Да, да, пробивает. Камень 16 лингов, все строится. На муви на мейн забежать? Да, на муви на мейн замечательно можно забежать сейчас. Приходит Блай, линги приходят сзади, фаерболы, хорошо попадает, сам уйди, сам уходит от фаерболов, великолепно все делает. На линги на мейна Смут отбил лингов на мейне, 106-92, неужели Блай такую игру сольет? Такую игру! Это жесть. Ну, по фаерболам не Смут зря ходит, конечно, 15 роуща от Блая, кстати, без мува, безлейеровый прессинг идет. И безлейеровый дефенс, фактически оборона у нас. Так. Пошел замес, жесткий причем. Смут умудрился опять как-то Блаю пройти здесь незамеченным. Лимита на десяточку Блая меньше, но рабочих у Блая тоже меньше, но боевого в свою очередь по всем фаерболам вообще не отводит Блай ни хрена. Ну ничего, не, ну как? Смут, правда, тоже, ну все, Смут переломил уже ход битвы. 20 лимита разница. Здесь контратака на лингах, ничего не дающая абсолютно, только королеву Блаю сгрыз здесь. Ну, это называется, у Смута есть контроль и воля просто именно к победе в данной ситуации. Нет, контроль есть там и там, здесь именно такой волевой контроль, когда каждую хрень доконтроливается, там фаерболы везде. У Блая же одна ошибка, и потом вот еще и замесы вот такие с фаерболами, то есть не отводит ничего, просто на атаке контролит как-то Блая, не знаю. Но, конечно, ключевой момент это вот эти роучи приняты. Это просто минус 10 лимита где-то было, которое все решило. Даже может больше, чем 10. Все, короче. К сожалению, такую игру с грамотной задумкой Блай не смог доисполнить грамотно. Ну, такое бывает на самом деле, что, ну, просто, ну, не доисполнил. Что тут поделаешь? Заходит Смут 2-0, короче, ребята, к сожалению. Спасибо, Морти, спасибо, ребят, всем за поддержку еще раз. Жаль, жаль, жаль. И еще раз жаль. Смут в финале, Гидра с Гуру бьется сейчас.
Так, прошу смуту добавить. Ну, если место есть, добавить, я не знаю просто. Добавил снуд, ну что же. Респект снуту. Желаю ему удачи, хороший, адекватный игрок. Вот, всех вас тоже приветствую еще раз. В общем, ждем начала финала тогда. Ну что, придется снут смотреть. Ничего страшного, что наших нету. Ну, за ВЗ-шечку со снутом. Посмотрим, что там гидра у нас. Я не знаю, как там, какая ситуация против гуру. Так, сейчас я врублю польский стрим. Попытаюсь. Пользователь Ампалумпа активировал премиум на ваш канал. Гидра 1.0 ведет уже. Спасибо, Ампалумпа. Спасибо всем, ребят. Так, что-то, прошу прощения, случайно я рекламу нажал. Ну, снуд гидра будет хороший замес такой. Гидра ведет уже тут по лимиту против гуру. Как раз, кстати, к 8, наверное, уложимся. Там часочек на b5, гидра снуд. Вот. Ну что, ребят, надеюсь вам... А, ну да, вам все видно. Должно быть. Приходит гидра. 180 на 146. Пытается тут, конечно, отбиваться у нас гуру. Ну, гидра 2-1 грейды на 1-0 гуру еще. Короче говоря, 2-0 гидра. И гидра против снута будет финал. Даже, в принципе, зря рестрим ставил. Здесь все очевидно абсолютно. Ждем. Снуд против гидры. Сеточку я уже закрою. Она в ней надобности нет. Только ссылка лишняя открыта. Вам еще раз кину в чатике. Вот. И уже надо ждать, собственно, финал. Ну и уже ждать отборочные в 20.00, где Хэппич точно биться будет. Ну и Бла, я думаю, точно будет биться. Владыка Хаус. Я не знаю, чем занимается Брюс. В Москве команды Рокс есть еще. Как... В Касперском, говорят, работал вроде. Не знаю. Ну и команды в том числе. Дела, дела делает, короче, называется. Это что тут говорить?
Так, позвоню-ка пока Даша. Узнаю, как дела. Ну и буду следить за тем, как хост создадут, потому что, ну, по сну-то я смогу прыгнуть в любом случае сейчас. Все, ребят, поехали, гидра снут, начинается битва, отлично, стримеров не так уж много осталось, что-то все приуныли с ЗВЗ походу. Но еще совсем не начинаются даже отборочные у нас, ни хрена. Финал, и не думаю, что ЗВЗ финал может затянуться, как бы. Так, бот 3 пишут. Решили, что бот 3 видит. Видимо, будет у нас. Да, тем более никак финал не затянется, не волнуйтесь. Гидра ставит хату. Ну, это агрессивный опенинг, что я могу сказать. Что из этого выйдет, пока непонятно. Бейлинг Нест. Минги бегут вперед. Четыре штучки в стиле Блая оббегают. Гидра тут на золото уже переводит рабов.
Ну, кстати говоря, Снуд, похоже, решил удивить оппонента своего. Я думаю, что это может прокатить, учитывая, что Гидра вообще не видит происходящего. Снуд видит овера второго еще. Отлично, вообще заходит. Лин... А че муф-то такой поздний? Ё-моё! Это Бейнекс-то... Это не блаевская тема, это снутовская какая-то хитрая тема, интересная. Это бейлинги без мува врыв, что самое интересное. Прилетает Гидра, видит, что что. А, видит, что линги еще вперед побежали. Плетка заказана. Еще один бейлинг поближе запилен сейчас. Так, три линга врываются. Да плеточку надо подгрызть. Плеточку что-то Снуд не подгрызает. Вот сейчас заметил, подгрызет в итоге. Приходит Бейны. Хороший взрыв. На золоте у рабочих проблема. Королева выходит. Нужно Бейнов минусуть, что Снуд и делает. Рабочих минусует. Ну королева как встала, ну Снуд, ну ты же... Ты же Снуд. Чё за контроль-то ужасный просто был сейчас. Вот реально здесь была практически победная такая ситуация. Но Снуд идеально Гидра Королеву сныкал. Снуд не сконтролил этот момент. И все. В итоге ничего не сделает, к сожалению, Снуду. Потому что у него мув. Хотя не, сейчас через 4 секунды мув будет готов. Бейлингов прикрыл, лингов убил. Дал доделаться этому бейлингу, казалось бы. Ну... Верное решение от Снута, потому что три линга забрал, и бейлингов осталось столько же. А так бы ни лингов не забрал бы, и бейлингов столько же было бы. Так, линги новые готовы. Заходит наверх Снут сейчас. Гидра пытается вступить. Плетка, как же вовремя это чертова плетка. Готова королеву, хорошо, окружает Снут сейчас. Хороший взрыв против лингов идет. Сейчас королева живет просто на трансьюзах. Ну, все-таки Снуд догрызает ее, и вторую догрызает. Может, на мейн стоит ворваться. Врывается на мейн вот этого линга. Парочку бейнов бы здесь морфануть бы Снуту. Одного морфит. Кстати, зелененького решил, что красным лингом будет не заморфить, решил Снуд. На мейне есть еще подгрызть. Не готовы у Гидра еще мув, кстати говоря, лингом. У Снута дотекает много реально лингов. Как же вовремя мув-то появился. Прикрывать королеву нужно Гидре сейчас пытаться. Снуд не знает, куда взорвать. Взорвался все-таки в итоге. Подгрызает лингов вновь на выходящих Гидры. Гидра переводит все на золото. На золото правильное решение перевести. Там и добыча повыше, и плетка есть. То есть она обеспечивает пока что оборону бейлинга. Гидра, слава богу, не успел Снуту выгрызть. Слава богу, для Снута, конечно, королеву нужно бы сгрызть. Сейчас пытается Гидра королеву свою отбить. Ну, двух лингов бейна взрывать. Зачем Снуте? Пул может минус. ГГ пишет Гидра, все-таки дожал. Красавец. Валерьянка на лан-турнирах. Ну, допинг-контроля нету на лан-турнирах. Поэтому хоть валерьянка, хоть адреналин себе в сердце там в туалете кали. Вот. Это уже твои проблемы, если головы нету, считай, инвалид с детства, как говорится. Вот. 1-0 Снуд. И я как понял, бо 3. Интересная, кстати, вариация билда, да, от Снута. Немножечко грейданул Блая тему, то есть у Блая мув Беллинг Нест. А здесь получается Беллинг Нест мув. И в итоге неожиданный тайминг бейнов, а мув уже делается позже немножечко. Ну, такое ЗВЗ, она всегда на контроле строится. Уже кажется, что вроде Снуту не дожать было, но Снут все-таки дожал за счет дотекания.
Так. Ну что, гидра ставит хату с пулгас. Ну, ставит пулгас хату, соответственно. Посмотрим, во что это выльется в итоге. Непонятно совсем. Бусер Про, привет. Ну как бы, это нормально. Мне же стримить надо, по ним прыгать. Плюс как бы я и сам раньше с ними бился со всеми. Сейчас пока некогда в ГМЛ выйти самому. Но думаю, что в ближайшее время выскочу туда все равно. Глянул фотки в группе. Полетел снуд вперед. Опять, кстати, прессинг идет. Обратите внимание. Беллинги заползают. Линги дотекают нам. А что у гидры-то? У гидры 4 линга. У снута сколько? У снута 12. Ё-моё, 12 лингов. Все сейчас. Кореец не выдержит. Да нет, 12 лингов это, конечно, неплохо, но тем не менее, как-то все равно не ахти. Здесь линги до рабочих все-таки добрались. Беллинга пытается гидра отменить. Беллинга отменит, взрывает лингов, попытавшихся ворваться на мейн от снута. Ну, сейчас у снута больше дронов до заказа, это важно. Так, здесь оверы залетают. Запушить. Так, как бы хотелось, снуту не получилось. Явно сплитить надо рабочих. Все, больше можно не сплитить, но в кучу-то все равно не надо снуть. Ну, нахрен, ё-мо, ну пусть бы меньше бы убил. Все равно сейчас линги дотекают. Сейчас будет пытаться сгрызть чертяга кореец. Нужно взорвать лингов обязательно. Понимает гидра, что лингов могут взорвать. И уснута лингов. Пользователь нет. Самака ГГ активировал премиум на ваш канал. Так, ну пока гидра ничего не убила, это очень хорошо. Самбука ГГ, спасибо тебе. Так, здесь линги бегают все еще. Снут готов принимать. Вижу эволюшн у снута. Рейндж пошел. Кстати, через ранний рейндж снут играет здесь. Ну что? Точнее, рейнджовую атаку рейндж. Не рейндж, рейнджовую атаку раннюю на гидру. Лингов снут. Ну, вот, опять же, вот, типа как Блай. Че рассчитывает? Кореец... Ёма. Прибежал и в наглую хату сгрыз ему. Ну вот, ну ёма, ну как так-то, блин, получается это? Ну закажи ж ты чуть раньше лингов-то немножечко. И все, в итоге хата потеряна, а у корейца третья есть. У снута ни хрена третьей нету теперь. Че, восстанавливать ее или улынить? Вот в чем вопрос, как говорится. 8 бейнов, снуту нужно сразу роучи заказывать. Масс 5 штук заказано. Здесь идет жесткое дотекание, жесткий улын от корейца. Между прочим, снут видит бейнов до хрена. Все линги взорваны. Контрбейлинги. А снута 7 роучи строится, успеют достроиться? Блин, даже если успеют достроиться, бейлинги уже заходят сейчас. Еще новые бейны от гидры пошли. Врываются бейны линк, пытаются королеву окружить. Дроны сплитятся сейчас, но, мягко говоря, не идеально они сплитятся. Уснут, ну как успел, так и сплетанул. Ну, 37-37 парабан. Третью хат пытается гидра опять отменить. Нет, тут, походу, не получится чертяги отменить хату. Да, не получается, молодец, ну.
Ну что, Снут выдвигается вперед, насколько я вижу. У Гидры Лэр. Пулемет у Снута больше. 15 роущий на 8. 4 реваджера еще есть. Здесь прям линги-то как в наглую встали и все видит, главное самое. Эти линги. Гидры. Снут дотекает. Сейчас очень. Так, реваджеров пытается забрать. Гидра нет, дружочек. Завязывай здесь с этим всем делом. Лингов Снуту не забрать просто так, точнее реваджеров. Снут заходит, и это куда ты так лезешь, ты Снут, сейчас отдаешь здесь роучи, не надо отдавать. Овер почему-то один у Снута все устроится, блин. Почему так с оверами-то криво косячно у Снута все? Линги заходят, фаербольчики пошли на... Так, один даже попал, реваджера единственного, из... точнее одного из двух теряет сейчас. Гидра, Бейлинг зачем-то в рабочих попадает. Еще один фаербол заходит по королеве. Снут тут фаерболов уворачивается, но все реваджер, черт побери, на него попал. Снут слишком высоко полез сюда, на вторую базу. Нужно ли сюда лезть? Ну, кстати, дотекание у Гидра не такое уж большое. И здесь есть личинки, вот для чего сюда выгодно лезть, на самом деле. Часть прироста Снут Гидре отменяет, это 2-0 Снут. Похоже, Снут победитель, гоф ОСК, а вы говорите, Гидру никто не поразит. Снут вообще, Снут игрок сильный, всегда был сильным. Фаерболы новые падают, линги дотекают, Гидра пытается еще биться. По рабам ситуация близка, но как же вовремя линги дотекают, на крипе здесь разрывают всех роучи в мясо просто. Так, на третьей базе там роучи выходят, на мейне проблемы гигантские, здесь реваджеры остались. Рабочих он там один минусует, кстати говоря, очень не слабо. Втроем роуч, конечно, убьют. На мейне линги рабов всех пробреют. Так, здесь реваджеры принимают бой с роучами. Линги дотекли сюда. И минус. Минус гидру. Тут 18.37 по рабам. Можно даже раскачать было базу. Красавчик, Снут. Надо евро игрокам наказывать корейцев. Все-таки чтобы не наглели так приходить, как этот гидра. Как Бла его на дримхаке прессанул. Не, у меня желания раз не было поменять никогда. Тем более, я сейчас и не играю. Что мне его менять-то? Ну что, жду я, не знаю, Бо 5 или Бо 3. Говорят, что на Бо 3 они договорились. Снут не ушел. Так. Респект Снуту. Короче, что я могу сказать? 7.13, ё-моё, 50 минут до отборочных у нас получается. Хэпич боялся играть. Можно было всех раскумарить еще раньше, на самом деле. Ну что, тогда нужно... Сейчас я отрублю задержку, ребят, и вернусь к вам без задержки. Поиграем чуть точек ладдера. Ну и ворвемся на отборочные потом. Плюс один тоже решил, конечно.